Ну что, дамы и господа, это крайняя посылка с Пандао. Этот телефон называется... Не меня снимай. Этот телефон называется... OnePlus 6T. Это посылка с Пандао. Этот телефон OnePlus 6T, который вышел по стоимости 23 тысячи рублей. 23 тысячи рублей! Вы когда-нибудь видели такое, господа? Никогда! Ну что, начинаем распаковочку. Повторюсь. Телефон Пандао, который вышел 23 тысячи рублей. Почему именно такая скидка была? Потому что это была акция Пандао, 50% скидка. Вот он. Он уже, как мы видим, без пленки. 128 гигабайт. 8 гигабайт оперативной памяти. Данный телефон вышел за 23 тысячи рублей. Так, повторяюсь, третий раз. Так. Почему именно данный аппарат мы заказали? Потому что это инновация. Это телефон со сканером отпечатка пальца в дисплее. Сейчас мы это проверим, как он будет работать, так как это реально инновация. Этот телефон был один из первых. Так, давайте по комплектации посмотрим. Здесь у нас просто макулатура. Так, этот фирменный кабель. О, смотрите-ка. Эти все телефоны идут с глобальной прошивкой, но все зарядные блоки идут под вход европейский. Это китайская розетка, так и скажу. А, китайская розетка. Вот кабель, здесь входа нет под наушники, и, соответственно, здесь переходник с входа Type-C на наушники. Обратите внимание. Тут реально прикол, видишь, тут отпечатка пальца сзади нет, отпечаток пальца в экране. Так это сейчас новый. В смысле, сейчас нигде такого нет. В смысле, это типа отпечаток первенец? Пальца в экране, прикинь. Угу. И смотри, у него камера такая, нету штуки сверху. Ага. Телефон включился, давайте проверим фотокамеру. Очень быстро работает автофокус. Чуть не фокусируется, правда. Ну вот он, фокусируется. Опа. Фотографирует, короче. Ладно, давайте попробуем все-таки отпечаток пальца. О. Так. Так, пароль вводим. 1, 2, 3, 4, 5. 5 единиц. И попробуем отпечаток пальца, как он работает. Видишь, он как бы понимает, что я палец прикладываю, но не могу его сложить. Может, ты не прав? Дамы и господа, отпечаток пошел. Блять, типа, крайний отпечаток пальца, это же просто... Так, ну что, пробуем? Ну что, он работает, дамы и господа. Вот он подсказывает, куда палец нужно преподнести. Я преподношу, и он... разблокируется. Ты даже боком его делал. Ну что, все, работает. Все. Съемочка закончена. Да, мой господа, до свидания.